Їх жартома називають дітками-нетерплячками або поспішайками. Мовляв, хочуть якомога швидше побачити наш світ. Але через це їхнім маленьким організмам ще потрібно довести своє право на життя. Звісно, не без допомоги сучасної медицини, лікарів та людей з добрим серцем. Це програма «Благодійсність». І сьогодні у нас в гостях керівник благодійного фонду «Свічадо», який піклується передчасно народженими дітками, Ярослав Ярославський. Доброго дня, Ярославе. Рада вітати вас в студії. А сьогодні ми поговоримо про ваш благодійний фонд «Свічадо». Я знаю, що ви є його засновником, і ви взагалі його заснували з таким бажанням допомагати передчасно народженим дітям. Це було зумовлено якоюсь вашою особистою історією, чи це просто бажання було допомагати і займатися благодійними справами? Ізначально ми фонд створили зі своїми друзями. Дійсно, у нас не було конкретного направлення, ми хотіли допомагати дітям для початку, тому що мої батьки – врачі. Вот. Я тоже родился преждевременно рожденным, и, собственно, вся история произошла благодаря родителям. Вот. Вначале это была помощь несистемная, то есть вот знали, что надо в больнице, например, там какие-то проблемы есть, а потом это тоже от мамы узнавал. Вот. А потом, в 2011 году, мы, собственно, решили систематизировать нашу помощь и основали фонд. Вот. Для начала мы занимались Ахмадетом. Вот, это была помощь в покупке оборудования, либо расходников, которые нужны детям для операций в хирургическом корпусе. Вот, также в центре неонатологическом помогали частично, который состоит из нескольких отделений. Там реанимация преждевременно рожденных, интенсивного выхаживания отделения преждевременно рожденных. Вот. И через буквально два года мы пришли к тому, что все-таки надо, помимо системности, надо еще, чтобы было единое направление. И как раз мы выбрали именно направление, связанное с преждевременно рожденными детьми. Ваша мама працювала в Ахмадіті, так? Она и сейчас там работает. И вы допомагаете ей саме в цьому напрямку? На данный момент мы уже покрываем почти все больницы Украины, в которых есть неонатологические отделения. Вот. Также мы работаем с перинатальными центрами, роддомами. Я знаю, что у вас есть свой бизнес, вы занимаетесь ивентами, там, организацией разных заходов, фестивалей. Чому саме обрали цей бізнес і як взагалі вам вдається поєднувати вашу благодійну діяльність з основним напрямком діяльності? Компанію івент-агентство Ideal Seekers заснував мій партнер, я к нему присоединился. Собственно, я до этого занимался похожим бізнесом. Вот, мой партнер Алексей Якимов, он, кстати, у нас и в фонде также работает директором по развитию. Вот, до этого был тоже директором большой компании украинской, которая похожим занималась. Наша компания Ideal Seekers тоже имеет программу корпоративной социальной ответственности. То есть помимо того, что у нас есть благотворительный фонд, наше ивент-агентство выступает партнером техническим благотворительных мероприятий, связанных с помощью детям. Это вот 4 года мы уже работаем с Машей Фросининой, это Charity Weekend. Вот, у нас есть свое собственное мероприятие, это Международный день преждевременно рожденных детей, 17.11. Да. Мы вот уже 4 года светим Софию Киевскую, хотя рассматривали разные памятники, но исторически так сложилось, что это София Киевская. Вот, на ней собираются, приходят врачи, родители с детьми, которых выходили. Вот. Также друзья, неравнодушные люди. И у нас основной партнер в этом мероприятии – это Украинская биржа благотворительности. А яка мета цих заходів? Ну, это международная такая традиция, да, вот. Конечно, привлечение внимания к данной проблематике. То есть, если за рубежом привлекают внимание к данной проблематике, чтобы найти все-таки решение данной проблемы, да, то в Украине мы привлекаем внимание, что данная проблема есть, и государство не до конца выполняет свою функцию по реализации, собственно, лечения и выхаживания таких детей. На сьогодні існує проблема таких діток, так? І чому саме благодійники беруть таку активну участь в допомозі? У нас, к сожалению, в стране не хватает финансирования. Это не только касается медицины, вы знаете. Вот, соответственно, если раньше детей, которые рождались килограмм, просто откладывали и их физически не могли выходить, да,
то сейчас оборудование очень сильно решает эти проблемы. Ну и, конечно же, развитие науки, вот, соответственно, повышение квалификации врачей. Вот, все это дает возможность выхаживать таких детей сейчас весом и 350, и 400, и 500 грамм. У меня отец, например, родился в 52-м году, 6-месячным. Вот, там было 50 на 50. Выживет, так, либо не выживет, да. На базе как раз в Ахмадете было родильное отделение для таких детей. Тогда еще не было центра неонатологического. Вот. И, собственно, даже тогда уже врачи, благодаря своей квалификации, умудрялись все-таки выходить таких детей, но это было чудо. Сейчас это не чудо, сейчас это уже, можно сказать, повседневность, да, вот, и, собственно говоря, вот, нехватка оборудования уменьшает шансы таких детей остаться в живых. Це більше якісь медичні препарати чи, можливо, техніка? Чим саме ви допомагаєте? Мы в основном закупаем технику и расходники, которые нужны. Потому что очень часто бывает так, что уже стоит техника, вот, которая закуплена там было 10 лет, 20 лет назад. Да, но компании, например, которые продали эту технику, их уже не существует. Да, или закончился гарантийный срок, вот, а постгарантийное обслуживание не было предусмотрено, естественно, в бюджете. Соответственно, это оборудование может просто стоять, вот, либо врачи б'ють во всі колокола і іщуть все-таки благотворителей, которые могут долучатися до цієї справи. Да, да, совершенно верно. Вот, например, в Ахмадете, чем еще интересная ситуация, собственно, которая способствует, потому что это единственная больница 4-го уровня в Украине. Вот, и там есть опекунский совет. Вот, собственно, как раз это один таких из факторов, которые помогают Ахмадету максимально эффективно работать и получать то, что надо. В Ахмадете благодаря усилиям и руководства, врачей, а также опекунского совета появился новенький реанимобиль, купленный государством, наконец-то, спустя 12 лет, да, которые добивались это сделать врачи. Какие сами кошти повинні мати батьки для того, щоб допомогти своїй дитині реабілітуватися? Якщо вона народилася з такою проблемою. Смотрите, ми не займаємося адресною допомогою, ми займаємося системними проектами, закупаємо в основному обладнання, яке треба. У нас в Україні, благодаря Олександрі Балясній, вот, це наші партнери, асоціація батьків преждевременно народжених дітей, є всемирна така міжнародна асоціація, і, собственно, вот вона з'явилася в Україні. Потому что Александр Балясна, который ее организовал, является членом международной ассоциации. И вот именно эта ассоциация помогает родителям, у которых есть потребность вообще в помощи, да, рассказать им. Потому что часто у врачей бывает такой поток пациентов, что они физически не могут вот больше времени, чем нужно, уделить таким родителям. Вот. Родители ищут, естественно, на разных ресурсах информацию, как что делать. Вот. И благодаря вот ассоциации родителей преждевременно рожденных детей теперь есть понимание, есть сообщество, которое готово помогать. Родители, которые столкнулись с таким, уже вот, помогают в этом. Помогают один одному. Да, и вот, собственно, если вдруг в больнице не хватает медпрепаратов, которые нужны, да, если какой-то сложный случай, то вот как раз ассоциация в этом, собственно, и помогает. То треба шукати, можливо, батьків, щоб вони були одним цілим і допомагали один одному. Вот такое сообщество ассоциация представляет, собственно. Это родители, у которых уже такое произошло, и они выходили, а также родители, которые в ситуацию попали. На сьогодні в світі існує така проблема передчасних пологів. Як взагалі складається ситуація в нашій державі? І чи є таке якесь порівняння з більш медично розвиненими державами? За вашими дослідженнями, можливо, є якась статистика? Да, є статистика. Ми сотрудничаємо з Асоціацією неонатологів України, яку возглавляє Тетяна Знаменська. Вот, собственно, благодаря этой ассоциации и происходят изменения в нашей стране, потому что это профессиональная ассоциация врачей-неонатологов, которые и лоббируют и на законодательном уровне, а также через исполнительную власть стараются влиять на то, чтобы
в Украине произошли изменения в медицине, то есть каждая организация профессиональная в своем направлении, в своей сфере старается это делать, а в частности Ассоциация неонатологов Украины влияет на то, чтобы в Украине изменения произошли в более качественную сторону. Мы пока что еще развивающаяся страна, и мы должны смотреть на более развитые страны, которые уже прошли этот этап и в которых уже все налажено, и просто перенимать у них опыт. Вот. В Украине сейчас ежегодно рождается 500 тысяч детей порядка. Вот. Из них 20-25 тысяч – это преждевременно рожденные дети. То есть каждый 15-й, по сути дела, в Украине рождается преждевременно рожденным. Эта статистика, то есть преждевременно рожденные могут быть, которые на 8-м месяце рождаются, да, вот, хотя показатели у них могут быть совершенно нормальные, плод может развиться и на 8-м месяце, и быть уже совершенно полноценным, да, и ребенок родится без всяких патологий. Вот. Но, к сожалению, случаются, да, вот роды. З приводу цього, чи є якісь об'єктивні фактори передчасних пологів? Я не медик, но исходя из моих знаний, которые у меня есть... За вашим досвідом, так. Да, это проблемы у мамы в период вынашивания, да. Она могла что-то недолечить, могла чем-то переболеть, вот. И, соответственно, плод уже будет развиваться неправильно, либо будет недоразвитие чего-то, да. Всем родителям надо в этот период перинатальный максимально быть, как сказать, то есть быть грамотными, себя, да, так. И да, да, вот, и максимально делать так, чтобы беречь свой организм и, соответственно, новую жизнь, которая развивается внутри. А каким чином вы взагалі наповнюєте касу свого фонду? Смотрите, мы содержим полностью фонд, то есть все административные затраты за свои собственные деньги, вот, которые зарабатываем сами, и решили, что какую-то часть денег мы будем тратить на изменения в нашем обществе. Вот. В частности, вот я уже рассказывал, мы выбрали медицинское направление, именно неонатологию. Вот. Плюс мы деньги привлекаем. Вот. Основной наш партнер – это Украинская биржа благотворительности. Вот, через нее мы привлекаем все средства, потому что это самая большая в Украине площадка краудфандинговая, благотворительная. И это как знак качества. То есть, если проект есть на бирже благотворительности, да, либо фонд является оператором биржи, это значит, что данный фонд ведет полностью прозрачную деятельность. То есть вы долучаете до своей справы благодійників інших? Да, но это не только физлица, это также и бизнес. То есть бизнес, у которого есть программа корпоративной социальной ответственности, либо даже если у него нету, но они хотят меняться, хотят что-то полезное делать для страны, в которой работают. И, собственно, вот для такого бизнеса либо биржи разработают, либо бывают у нас совместные проекты, которые мы вместе разрабатываем. Разрабатываем акции корпоративной социальной ответственности, такие благотворительные, вот. И реализовываем их под ключ. А какие эти проекты, можливо, щось? Ну, например, в прошлом году мы реализовали большой очень проект совместно с торговой маркой «Садочек». Вот. Одной из патологий является как раз патология, связанная с сердцем, пороки сердца. И в прошлом году мы вместе с «Садочком» Украинской биржи благотворительности реализовали программу «Велика любовь до маленьких сердец». Вот. Сделали операцию 32 детям с пороком сердца, имплантировали им окклюдеры в институте Амосова. Вот. И, собственно, дети, которые до этого не могли заниматься спортом, имели всяческие ограничения физические, буквально через несколько дней после операции они могут уже полноценно радоваться, да, жизни, бегать, прыгать, ну, без всяких ограничений. А взагалі, з яким настроєм долучаються благодійники до благодійних справ? І вони анонімні, чи вони розкривають своє ім'я? Є різні. Є анонімні. Наприклад, ну, от, буквально дві тижні назад позвонила одна сім'я, вот, і сказала, що ми хотіли би присоединитися к вашій ініціативі. Вот, хочемо напряму іменно деньги отправить вашему фонду, минуя там, потому что мы предлагаем очень часто через биржу благотворительности это сделать, потому что
Например, если это компании, да, они все хотят получить какую-то фидбэк, да, скажем так, вот, о том, какой есть результат, вот, а кто-то хочет напрямую на фонд, вот. Основная черта нашего, работы нашего фонда – это то, что мы 100% привлеченных денег тратим по целевому назначению. То есть по законодательству можно до 20%. Кошторису. Да, только с назначением на деятельность фонда брать на админзатраты, мы эти деньги не берем. Мы полностью задержим за свои деньги, плюс мы еще в течение года выделяем собственные средства на реализацию какого-либо проекта. А наскільки є взагалі ефективним ця участь представників, можливо, шоу-бізнесу, публичных людей в проектах? Очень эффективно, но она эффективна только в том случае, если этот представитель сам вовлечен. То есть не так, когда ты просишь кого-то, вот смотри, у нас такое будет. Для пиару, так. Да. Как правило, известные люди, они вовлекаются в это, ну, по крайней мере, мы с такими стали, не для пиара, они действительно хотят что-то сделать доброе, полезное, но из-за своей занятости не всегда могут вовлекаться в полной мере. И вот самый яркий пример, конечно, это вот пример Маши Ефросининой, потом тот же Снежаны Егоровой, да, вот, которые создали собственные проекты, которые помогают обществу меняться. И это разные направления. Там, у Маши Ефросининой она работает с фондом «Твоя опора», вот, помогает им. Вот, и это медицинское направление, да. Там у той же Снежаны Егоровой, у нее направление «Город С», которое помогает женщинам, которые попали в сложные ситуации, реабилитироваться по жизни. Выйти из них, пройти реабилитацию, ну и всячески помочь. Лидеры мнений, да, очень сильно влияют на это, и вот чем больше они вовлекаются, тем больше меняют на самом деле в головах у наших граждан. Очень результат. Много, совершенно верно. Я знаю, що один з напрямків вашої діяльності, вашого фонду – це робота з дітками, які мають діагноз ДЦП. Як саме ви допомагаєте цим дітям і яку участь берете в їхньому, да, это в їхньому житті? Так, це у нас паралельне направлення, яке изначально у нас з'явилось. Ми його зараз не можемо розвивати, це дуже складно. Для цього потрібні дуже великі кошти. На даний момент у нас є 10 дітей з таким діагнозом. Мы с ними уже работаем несколько лет, вот, и, в принципе, мы помогаем оплачивать реабилитационные курсы в разных клиниках. А вы сказали, что у вас есть еще какие-то социальные проекты, которые вы проводили, или маете на меті? И расскажите про них несколько слов. И какие порады вы можете дать людям, которые становятся на цей шлях благодійності? Да. Наше ивент-агентство «Дело Secrets» имеет свою программу корпоративной социальной ответственности. Мы помогаем в организации, в техническом обеспечении проектам благотворительным, связанным с помощью детям. Вот. Это проекты должны быть обязательно эффективными. Вот. Благодаря тому, что у нас есть свой собственный фонд, мы понимаем, что такое благотворительная эффективность. То есть не может мероприятие там, быть организовано условно за 100 гривен, так. Да, а помочь на 10. Должно быть наоборот. Мероприятие должно быть проведено условно, да, там затратная часть должна быть 10 гривен, а помощь должна быть там, например, на 100. Да. Даже если в 2 раза, это уже хорошо. Но здесь мультипликатор должен быть больше. Вот, соответственно, да, соответственно, мы помогаем, если это большое публичное мероприятие, то оптимизировать их затраты, да, за счет нашей технической базы, вот, которая у нас есть. Либо, если у нас бывают еще другие возможности, мы по-другому тоже помогаем. Бывает, финансово помогаем, то есть это помимо фонда, мы еще сами как агентство помогаем финансово. Вот, либо, вот, как у нас есть второй год подряд, для нас такая большая честь, мы работаем с командой, которая организовывает Hearts Charity Evening. Вот. Так, я чула. Это инициативная группа людей, которые известных там есть, и топ-менеджеры больших компаний, украинских и транснациональных. Вот. Инициативная группа людей, чиновники тоже там присутствуют, вот, и законодательной власти также есть представители. Вот, и они решают проблему тоже системно.
То есть я перед этим хотел рассказать. Сам по себе фонд – это дырка, да, то есть фонд может закрывать точечно какие-то проблемы, но на национальном уровне это решаться не будет. То есть фонд, по сути дела, это кошелек, как предприятие, которое должно генерировать прибыль, да, только эта прибыль должна идти вся на благотворительное направление. Точнее, даже весь доход, который есть. Вот. Еще должны быть обязательно лоббисты, которые будут менять что-то на законодательном уровне, а также пушить всю нашу исполнительную большую эту махину, власть, чтобы она выполняла все-таки свои функции. Вот. Соответственно, у нас такими лоббистами есть Ассоциация неонатологов Украины, вот, а также сейчас появился РУПОР, это Ассоциация родителей преждевременно рожденных детей. И, собственно, благодаря вот такому совместной работе, да, ми можемо щось міняти в нашій країні. Дуже дякую вам за цікаву розмову. Дуже багато питань, але обмаль часу. І нехай вам щастить ваші справи, благородні, благодійні. Нехай всі дітки будуть здоровими, щасливими. І бажаю вам успіхів. Спасибо большое. Дякую. До свидання. Дякую, що були з нами. І давайте разом перетворювати благодійність на благодійсність. До побачення.